В рамках регионального проекта «Аляска-Сибирь» в течение 2 лет шли поиски останков экипажа бомбардировщика А-20 «Бостон». Борт потерпел крушение во время выполнения тренировочного полета в лесном массиве станции Снежница Емельяновского района в марте 43 года. Из материалов архива следовало, что весь экипаж в составе пилота Василия Сметухина, штурмана капитана Печорина и стрелка-радиста старшего сержанта Честных был похоронен на месте катастрофы. Их останки, а также личные вещи и части одежды были подняты участниками регионального поискового проекта «Аляска-Сибирь» осенью этого года. Спустя 3/4 века тела погибших летчиков нашли упокоение на родной земле. С воинскими почестями останки пилотов были захоронены на Троицком кладбище у памятника погибшим воинам-летчикам. Попрощаться со своим родным братом, штурманом самолета капитаном Печориным, приехала из другого города Александра Антонова. Красноярцы, спасибо вам. Вы неравнодушные люди. Вы молодежь. Старайтесь, чтобы никогда не было войны, чтобы никогда у нас не погибали молодые люди, чтобы они радовались жизни. А жизнь длинная, но и короткая. Надо стараться хорошо жить, не воевать. Я очень рада, что в Красноярске такие люди, такая молодежь. Вы будете передавать дальше. Вы изучайте эту войну, изучайте, чтобы ее никогда не было.